Но музыка, она очень соединена, это практически та же математика, вот если брать вот такой вот научный подход, такой теории соединения, как в даосизме в каком-то смысле. Здесь музыканты без репетиций, то есть они собираются и начинают как-то джеймить, как-то сочинять эту музыку по ходу дела, так скажем. У этого проекта появился масштаб, да, и появился какой-то другой уровень ответственности, который очень сложно куда-то переносить. Все, что будет происходить на анимации, это такая абстракция, это фракталы, они никак смыслово не нагружены, то есть это просто красивая картинка, в которой существует робот. Он бесконечно едет куда-то, то есть это такая игра. Это, по сути, визуализация математики той же самой. Почему вы выбрали именно такую форму рейва? Потому что, люди не должны именно запариваться над смыслом. Все-таки человек должен в этот момент расслабляться и просто тусоваться. То есть это же все-таки рейв, это клуб. Возникает нечто, за что мы все вместе ответственны и что может каким-то образом воздействовать. Это уже цифровая, визуальная, музыкальная культура. Здесь немножечко другой код. То есть современные молодые люди, они немножечко иначе уже считывать начинают информацию. Мы хотим прям сделать Big Bang. Только такой масштаб может дальше вести за собой огромное количество человек, чтобы они действительно в полной мере смогли ощутить вот эту вот многослойность этой истории. Ну, это нам всем хочется, чтобы то, что мы делали, оно на что-то влияло. Понятно, что... Казалось бы, на что.